Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим актуальные основные темы прошедшей, проходящей недели с гостями нашей программы. Но говоря о том, что день добрый, мы, в общем-то, сегодня понимаем, что говорим это с определенной степенью условности, поскольку война, развязанная Российской Федерацией в Украине, она касается всего мира. Она касается всех. И, собственно, это главная тема, которую мы сегодня и рассмотрим. Я хочу представить наших гостей. Со мной рядом в студии всем вам известный Давид Гай, журналист и писатель. Давид, приветствую вас. Вот. И с нами на связи также всем вам известный Владимир Ельченко. Владимир, приветствую вас. Добрый день. Владимир, напомню, он, вот вы тут сидели тоже рядом за нашим столом. Владимир, бывший посол Украины в Организации Объединенных Наций и бывший посол Украины в Соединенных Штатах Америки. Вот в прошлом году он сложил полномочия, сейчас он находится в Украине, в Киеве. Владимир, рад вас видеть. Я тоже очень рад вас видеть, скучаю за вашим столом. Мы тоже по вам соскучились, то, что называется. Ну что, давайте, может быть, тогда начнем с самой горячей темы. Но опять-таки, каждую секунду ждешь, неужели будет тема погорячей. Мы будем потом в дальнейшем уже в нашей программе, у нас 55 минут, говорить о развязанной Путиным, путинским режимом войной в Украине, но одна из страшных вещей – это, собственно, нападение на Запорожскую атомную электростанцию. Атомная электростанция в Запорожье, она, ну, наверное, в несколько раз крупнее. Это самая крупная станция, кстати, в Европе. Она мощнее в несколько раз, чем Чернобыльская АЭС, которую тоже, кстати, заняли российские войска. С какой целью, теперь трудно понять, поскольку бомбить атомную электростанцию, ну, да, может быть, это шантаж, может быть, это все-таки действительно показать, что Третья мировая война ядерная началась, поскольку попадание в один из реакторов – это уничтожение не только Украины, это уничтожение и в немалой степени европейской части России. Это в немалой степени, может быть, уничтожение всей Европы. Как вы прокомментируете вот эту бомбежку в Запорожье, Владимир? Ну, я начну со следующего. Я тоже не мог понять несколько дней, ну, скажем так, при чем тут вообще атомные станции? То есть, ну, какому идиоту можно прийти в голову и захватывать, сказать, даже в таких условиях? А все стало понятно после выступления Лаврова, который сказал, что то есть он не объяснял прямо, почему атакуются атомные станции. Он сказал, что одна из наших целей, помимо там денацификации, значит, демилитаризации, это денюклеаризация Украины. Потому что по нашим абсолютно точным данным, Украина собиралась до последнего и до сих пор собирается восстановить свой ядерный потенциал. То есть создать опять ядерное оружие, от которого мы отказались 30 лет тому назад, и создать ядерное оружие, которое будет направлено против России. Ну, я скажу честно, я вообще большего бреда в своей жизни не слышал. А если учесть, от кого этот бред идет, ну, тут у меня нет никаких слов и комментариев. Теперь о событиях. Это началось в ночь четверга на пятницу. Российские войска просто начали прямой обстрел Запорожской станции. Она находится, кстати, не в самом Запорожье, а в городе Энергодаре. Это пригород Запорожья, фактически, ну, как вот Припять или Чернобыль. Значит, в результате этого прямого обстрела пострадали там несколько административных зданий. Ну, слава богу, пока что, по той информации, которая есть, они не попали, условно говоря, в сами реакторы. Не дай бог. Но если бы не попали, то мы бы с вами не разговаривали, я думаю. И, значит, еще есть информация довольно интересная, симптоматичная, что основная сила вот этих атакующих станций – это кадыровцы. То есть это такие элитные, так сказать, части, там ВДВ или какой-то спецназ, я не знаю. Это говорит о том, что очень серьезное внимание, так сказать, у русских вот именно к этому объекту. Ну, если они бросили туда такие силы.
В результате, значит, на сегодняшний день там до конца ситуация непонятна. Значит, в принципе, станция контролируется, конечно, российскими войсками, это понятно. Но при этом есть информация, что кадыровцы во время вот этого штурма, они просто посреди улицы застрелили несколько сотрудников станции, не военных, а тех, кто там работает. Ну, видимо, чтобы запугать остальных. И сейчас, ну, все зависит от того, что будет происходить дальше. Потому что если они будут продолжать эту станцию бомбить, обстреливать, то это в результате, конечно, приведет к какой-то ужасной катастрофе. Ну, пока такой информации нет. Значит, естественно, Украина обратилась в МАГАТЭ, это Международное агентство по атомной энергии, всю эту информацию передала, и сейчас, в общем, все это контролирует. Посмотрим, что будет дальше. Ситуация может поменяться в любую... Да, в разные стороны может поменяться ситуация. Давид, Россия постоянно утверждает о том, что она гражданские объекты не бомбит, по гражданским объектам она не стреляет. Но, видимо, это военный объект, Запорожская атомная электростанция. Но если учитывать, что вот это заявление, то, что там ложно лжи, ну вот если воспринять за чистую монету. Они говорят, что они высокоточным оружием стреляют по военным объектам. Значит, такое высокоточное оружие, которое попадает в гражданские дома, и так далее. Но если вы с таким высокоточным оружием стреляете по атомной электростанции, то вы, по идее, никто не застрахован, вы попадете в реактор. Ну, это все настолько страшно, что даже обсуждать это как-то вот... Значит, в свое время я бывал на этой самой Запорожской станции, когда она строилась. Делал репортаж для «Вечерней Москвы», газеты, в которой я работал. Значит, два... Энергоблока отключены сейчас. Работает один на полную мощь. А если будет действительно то самое попадание и произойдет взрыв, то, судя по тем данным, которые мы располагаем, выбросы будут в 10 раз больше, выше, нежели во время аварии на Чернобыльской АЭС. Туда вошли кадыровцы. Это совершеннейшие отморозки, зверюги. Они уже расстреляли несколько человек из персонала. Ну, то, о чем говорил Владимир. Да, ну, я просто добавляю как бы от себя. И что там будет дальше, непонятно. Вроде бы пожар, который смогли потушить, пожарные, он был не на самой станции, а на прилегающих каких-то, значит, объектах. Но гарантия, что снова не загорится и не будет больше каких-то, значит, атак на АЭС, гарантий таких никто... А зачем нападать на атомную электростанцию? У вас есть ответ? Я вижу главную цель. Так как они захватили Чернобыльскую АЭС и так далее, лишить Украину, так сказать, энергии, энергетики. Всеми возможными способами. Вот таким образом. Но когда играешь в такие игрушки, это все очень печально может кончиться. Это первое. Причем представь себе, Геннадий, что произошло ЧП настоящее, произошла катастрофа, ну, уже европейского, вселенского масштаба. Значит, выбросы ведь пойдут не только на Украину, мы это знаем по Чернобылю. Ветерок потянет и в Белоруссию, ветерок потянет и в Европу, и ветерок потянет в Россию. Конечно. Это как все равно бомбить Воронеж. Так вот, я уже слышал информацию, что пока вот, ну, в силу погоды там и времени года, сейчас ветер дует как раз от Запорожья в сторону Ростова и Краснодара. Вот вам и все. Собственно говоря, вы, Владимир, вы подтверждаете мои слова. То есть это абсолютнейшее безумие. Но все, что происходит в Украине сейчас, это выходит за рамки понимания здравых людей. Это все... Абсолютнейшая паранойя, безумие, которое охватило Путина, уже давно охватило, как мы понимаем, и его окружение, и прежде всего военных. Ведь еще в 2014 году тот же Герасимов, тот же Шойгу, еще ряд генералов упорно агитировали Путина и объясняли ему, что Украина это абсолютно милитаризованная будет страна, она войдет в НАТО,
и подлетное время ракет крылатых до Москвы, до объектов серьезных, вообще всего ничего, и надо уже принимать меры. То есть я хочу нашим телезрителям высказать не предположение, а, собственно говоря, так оно и есть, по всем документам это проходит, что эта операция готовилась не один месяц и, наверное, не один год. Это совершенно очевидно. А начиналось все, вот, так сказать, период захвата Крыма, Донбасса и так далее, когда было совершенно очевидно, что генералы, я с Путина не снимаю ни малейшей ответственности за все, что произошло, но начиналось с того, что военные его все время, так сказать, подзуживали, агитировали и так далее. Он шел на поводу, и это отвечало его внутренним устремлениям, которые вырвались вот в таком вот совершенно чудовищном варианте, который мы сейчас имеем. Ну, кстати, Путин говорит о том, что идет денацификация Украины. Ну, вначале надо, значит, армию, видимо, уничтожить. И я слышал Песков неоднократно, он говорит, что нацисты продвинулись туда-то, мы нацистов подвинули. Там сегодня уже украинцы не существуют в этом лексиконе. Сегодня существуют нацисты. Я разговаривал на этой неделе в одном из своих эфиров, и мне тоже вот наш журналист, он говорит, ну, там же есть нацисты в Украине. Я говорю, ну, так, наверное, они есть. Неонацисты, да, там есть и националисты в Украине. Но я помню этот шок, который охватил Россию, когда выяснилось, что в Санкт-Петербурге есть неонацистские организации в городе, который пережил блокаду. Мы прекрасно помним, партия Лимонова, между прочим, называлась «Нацболы», «Национальные большевики». Там неонацистов и националистов в России хватает. Разбирайтесь со своими. Вам обязательно нужно с Украиной разбираться по поводу нацизма и национализма. Но в таком случае в Литве, кстати, и в Эстонии существует, в Литве, по-моему, парад, там вот это дивизия «Черная голова», дивизия СС, которые служили литовцы, они там проходят там раз в год какими-то там маршами. Значит, надо следующая Литва, следующая Эстония. Вот, кстати, то, о чем говорит Давид. Владимир, ну, вы как политик, вы как дипломат, вы видите, что если Путина не остановить, мы сейчас к этой теме перейдем, как Запад пытается вот, останавливать Путина. Если Путина не остановить в Украине, и, к примеру, Украина падет, то, что там будет партизанская война, то, что там Путина просто ожидает постоянная смерть, это другое дело. Но, в конце концов, у них хватит сил, чтобы, разбомбив Киев, как Советский Союз разбомбил Берлин, Киев занять. И поставить там свое марионеточное правительство. Вы считаете, что после этого его не остановить, и он пойдет дальше на Прибалтику? Ну, мало ли, какие националисты, кстати, есть в Польше, в Венгрии есть националисты. Владимир. Да, конечно, он пойдет дальше. Так, знаете, вы совершенно правильно вспомнили об этих безумных выступлениях или прогнозах генералов российских насчет там подлетного времени, там из Киева, каких-то ракет непонятных. НАТО. А из Польши что? Больше подлетное время или из Литвы? Так оно, так сказать, такое. Какая разница? То есть следующий этап будет, они скажут, так, подождите, да, с Украиной мы закончили, а теперь же нам Польша угрожает, и, так сказать, прибалтийские страны, а потом еще там Швеция недалеко, и Финляндия, но они, эти страны не в НАТО, хотя, я думаю, после этого они очень быстро туда вступят, и уже, как вы знаете, это вопрос очень активно обсуждается в обеих этих странах. Есть Норвегия, с которой, кстати, у России есть граница, там небольшая, но есть. Так, а оттуда что, нет угрозы России? Ну, в их, так сказать, вот, искривленном сознании. Россия окружена, врагами, да, Владимир? Россия окружена врагами. Но Советский Союз ведь тоже был окружен врагами. Конечно. Безусловно. Это был основной элемент вот этой советской, так называемой, оборонительной доктрины. Что везде враги вокруг, и поэтому надо их как-то там захватить, победить, чтобы отодвинуть от себя вот эту угрозу. Вот они это самое сейчас делают с Украиной. А я, кстати, вот. Хотел бы сказать... Знаете, Да, пожалуйста. Я думаю, что главное даже не в этом. Понимаете, когда мы, и я лично, как посол в Москве, кстати, это слышал из уст Путина и многих других, они же считают, что украинского народа не существует, это часть российского, это единый народ,
Поэтому я понимаю, что главная цель – это просто вернуться вот в те границы, которые были при Советском Союзе, и сказать, что вот, вот теперь все хорошо, теперь у нас опять одна страна, и никакого деления на украинцев и русских нет. Вот там какие-то нацисты были, мы их уничтожили, но это так, гипотетически я говорю. Вот теперь мы будем жить нормально опять в одном... Когда вы были послом Украины в Москве, это было до Соединенных Штатов, какие годы? Да, это было с 2010 по 2015. Я был отозван в 2014 году после оккупации Крыма. И туда уже не вернулся. Ну, знаете, я много лет повторял одну и ту же фразу, так, знаете, со слезами на глазах, что, наверное, я последний в истории, вообще в истории, посол Украины в Российской Федерации. Вот сегодня я уже вижу, наверное, что это такие... Да. Это на десятилетие. Я не думаю, что будет еще когда-то посол Украины в России. Я, кстати, хотел бы, Давид, задать такой вопрос. Путин 2000 года, 2004 года, 2012-2014 года. Вот. Ну, вот как-то в то время, особенно в 2014, в 2012, говорили, что ну вот Путин, у него какие-то есть мотивы, там, у него какие-то есть планы там, и так далее. То есть он такой стратег. При всем при том, что он серый такой человечек, значит, но как-то вот он государственно мыслит и так далее. Я помню, в 2012 году вышла ваша книга «Террариум», посвященная... Роман. Роман, да. Вот, и там вы изобразили Путина... Герой Владимир Владимирович. Вы изобразили его... Вот я сегодня провожу это слово, я уже несколько раз его в нашем эфире говорил. Вы там изобразили его антихристом. Я вообще считаю, что то, что сегодня происходит, это явление антихриста в наш мир. Потому что человек... Посмотреть его речь 21 числа, когда он признает Донецкую и Луганскую области, он говорит о том, что он начинает Третью мировую войну. Ядерная держава начинает Третью мировую войну. Это уничтожение цивилизации всего мира. Так вот, в 2012 году, когда вышел ваш роман, вас ведь критиковали и упрекали за то, что ну как вы изобразили Путина вот таким дьяволом, Люцифером? Он же как-то, в нем же есть вот что-то человеческое. Ну, меня не критиковали, были хорошие рецензии. В России, естественно, пытались замалчивать эту книгу, но она в интернете была. Печаталась в Германии, незамеченно она не прошла. Но у него была партийная, так сказать, КГБшная кличка, когда он в ленинградском КГБ работал, Моль. У меня он дракон, не Моль. И мне говорили, ну что, ну он же ничтожество, он же серая, невзрачная личность. Что ты его сделал таким? Я говорю, ребята, вы очень плохо знаете его биографию. И я там привожу один факт из воспоминаний о нем его учительницы по фамилии Гуревич, к слову сказать. Ему как-то везло на евреев, которые к нему, к сожалению, хорошо относились. Так вот, она вспоминает, как они классом вырастили, выращивали уток. Ну, чуть-чуть рацион этих бедных питерских детей, так сказать, улучшить. И когда уже утка подросла, нужно было ее, так сказать, ей отрубить голову и, в общем, сварить ее и так далее. Я уж не говорю о том, насколько это все совершенно безумно выглядит, но она это описывает. И цензура, ну, и такая, как бы отсутствие цензуры, но пригляд издательский, так далее, пропустил этот факт. Факт совершенно убийственный. Все ребята отказались убивать эту утку, кроме Володи Путина, который надел фарточек, прекрасно это сделал. Этот факт говорит для меня очень о многом. Как, впрочем, и о многом другом. Но я хочу сказать очень важную вещь, на мой взгляд. Путин 2000 года, Путин 2014 года и Путин 2022 года – это как все равно разные люди. То есть это один человек, но... Одновременно он выступал и как офицер КГБ со всеми, так сказать, прибамбасами и причиндалами этой, так сказать, с позволения сказать, работы. И в известной степени как аятолла Хомейни, как Гитлер и Сталин, я не знаю, кто еще. То есть это такой двуликий Янус получался. А сейчас он только один лик его нам обращен. Это уже не кадровый сотрудник КГБ и так далее. Это действительно антихрист, дьявол, которого уже открыто совершенно призывают убить, потому что он, такие люди не должны жить.
И с путинизмом, даже при, если его уничтожат, ни сегодня, ни завтра покончено не будет, но все-таки, так сказать, это будет некая возможность что-то совершить и сделать полезное. В Америке живет бизнесмен Кононыхин, один из первых банкиров 90-х годов. Значит, он уже давно здесь, в Америке, занимается бизнесом. Он сюда приехал в начале 90-х. Да, он поставил, обнародовал награду в $1 миллион за уничтожение Путина. Как мы знаем, сенатор, видный сенатор Соединенных Штатов Линдси Грэм, то же самое заявил сегодня, в пятницу это было обнародовано, что Путин подлежит уничтожению. Но где свой полковник Шлауфенберг, который мог участвовать в покушении на Гитлера и, к сожалению, неудачном и так далее? Где в окружении Путина такой полковник или генерал? Нет там, потому что они все военные преступники, они все понимают, что им... в любом варианте рано или поздно скамья Гаагского суда гарантирована и так далее. И поэтому они, идут в одной упряжке с антихристом. В 2016 году Россия вышла из юрисдикции Гаагского трибунала, поскольку они объявили, что это была оккупация Крыма, они с этим не согласились. Вот, и они вышли. Так что сегодня Песков заявляет, что да, нет, пусть Гаагский трибунал решает все, что угодно, к нам это отношение иметь не будет. Так что они себя в этом плане застраховали. Владимир, сегодня как это антигуманно не слушать, как это не коробит любого человека? Сегодня действительно говорят о том, что это человек, который терроризирует весь мир. Его нужно убрать. Каким образом, это трудно себе представить. Причем называющийся христианином. Христианином, да. Вот. Он сидит, его окружение, оно находится там на расстоянии половины футбольного поля. Там эти столы метров по 50. То есть к нему никто и подойти не может. Это человек, который, в общем-то, развязал уже сегодня, нужно говорить своими словами все, развязал Третью мировую войну. Она еще не ядерная. Не дай бог. Но, в принципе, он уже, мы все прекрасно это знаем, он уже сказал о том, что наши ядерные силы вступили в дежурство, заступили на дежурство. Вот здесь очень важный момент, это западные санкции. Владимир, у меня к вам такой вопрос. Я беседовал в пятницу с нашим журналистом из Киева. Он сказал, что многие в Украине, они считают, что недостаточно санкций. НАТО на этой неделе сказала, что мы не будем закрывать небо над Украиной. Это значит, что будут там самолеты эти летать над Харьковом. Харьковчане, они там просто, я не понимаю, в какой они ситуации живут. Вернее, их можно понять, но не до конца. Они постоянно смотрят, как над городом летают самолеты, там кого-то бомбят, какие-то выстрелы там и так далее. Иными словами, Запад пока, видимо, до сих пор не понял, но я уже не говорю о нашем президенте во многом бессмысленном, Запад до сих пор не понял, что он должен идти, что это получается, как на таран, объявили Третью мировую войну, объявила ядерная держава, мы, видимо, должны идти как-то с более серьезными какими-то действиями. Я здесь бы хотел, чтобы вы прокомментировали обращение к нации на этой неделе президента Байдена, это и было его первое обращение. Напомню, он заступил на свою должность 20 января прошлого года. Владимир, как в Украине, как вы к этому отнеслись? Там, наверное, треть всего этого действия, она была посвящена Украине. Да, вы знаете, действительно, существует в Украине определенная степень разочарования. Не выступление, просто, знаете, простые люди, естественно, они живут своими проблемами, я имею в виду в Украине. И, конечно, они хотят, чтобы чуть ли не Байден взял в руки автомат и пошел воевать за Украину сам. Но если на это все посмотреть реалистически, плюс мой, конечно, опыт дипломатической работы, в том числе и в Вашингтоне, я должен сказать, что такой помощи, как мы получали и продолжаем получать, мы будем получать от Соединенных Штатов Америки, не дает ни одна страна мира. Последние цифры, я помню, когда я был еще послом в Вашингтоне, я с гордостью рассказывал всем, что с 2014 по 2019 год США
предоставили Украине где-то там 4,2 миллиарда долларов помощи военной, экономической, финансовой и так далее. Так это за 5 лет. А сейчас, вот, как говорится, as we speak, буквально за 2-3-4 дня последних уже 1,2 миллиарда. Это и вооружение, и какая-то там финансовая, так сказать, помощь. Я не знаю точных, так сказать, этих, раскладки по этим цифрам. Мы знаем о том, что Конгресс обратился к президенту с предложением выделить 10 миллиардов долларов Украине. Я не знаю, как быстро это все произойдет. Но вы знаете, это все хорошо. Деньги деньгами, оружие оружием. Сейчас самое главное, чего не хватает Украине, об этом мы говорим открыто на всех уровнях, от президента до простых людей на улицах, нам нужна бесполетная зона над Украиной и средства противовоздушной обороны. Это то, чего Украине не хватает. Потому что наша армия на земле, она способна справиться с русской армией, и вы видите эти кадры везде сейчас, мы во всех новостях, в социальных сетях эти кадры, бесчисленных сотен и сотен подбитых танков, БТРов, значит, уже больше 30 сбитых самолетов, причем из них, три четверти, это те самолеты, которые Путин рассказывал, вообще там неуловимые, невидимые, там, Су-35, вчера только сделанные, которых вообще никто не может, увидеть и сбить. Вот, оказалось, что можно. И не последнюю роль в этом играет, безусловно, то оружие, которое нам предоставили Соединенные Штаты, это джавелины. Почему так много подбитых танков? Потому что каждый джавелин – это минус танк. Вот. Причем даже если вот мы с вами выйдем в поле, возьмем, джавелин, и куда-то его направим в сторону этого танка, то он 155% попадает в этот танк. То есть там надо даже целиться. Вот. Поэтому это все американское оружие. А также английское, шведское, голландское, там, польское, балтийское и так далее. То есть это все мы, конечно же, не забудем, мы это все активно используем. Но противовоздушная оборона и бесполетная зона. Потому что, вот вы видите, да, летают самолеты над Харьковом, как у себя дома. Но не совсем так, потому что 30 уже не летают. Но, да, еще вертолеты есть. Они же вертолеты используют как главное средство для высадки вот этих вот десантных групп, которые, бог знает где, как там бродят по лесам вокруг Киева и пытаются продвинуться дальше. Но пока у них это не получается. Частично сбили, частично там отловили, уничтожили и так далее. Но это все не массово, то есть нам нужно закрыть небо. Если вы помните, кажется, 99-й год, когда такая мера была введена бывшей Югославии, Сербии, и над Косово, это делалось и в Ираке, это пытались сделать в Сирии, не получалось, в силу, опять-таки, там, вето России и так далее. Это может сделать НАТО. А НАТО, давайте не будем кривить душой, это США. Вот слово США, вот мнение США будет на 90% зависеть все решения НАТО. Но я поэтому, должен сказать, да. Если кто-то думает, что можно отсидеться, это я не в плане критики. Я просто хочу, чтобы люди понимали, что этим быстро забываем историю. Вспомните Вторую мировую войну. До тех пор, пока антигитлеровская коалиция, она как-то не отсиживалась, я не хочу ни в коем случае преуменьшить, заслуги и США, и Канады, и Англии, и всех остальных стран, которые не участвуют. Но сколько прошло лет, пока был открыт второй фронт? 3,5, по-моему. И это стало переломом. Но мир изменился. Сейчас то, что было вчера, 70 лет тому назад, 3,5 года, сегодня это 3,5 дня. И поэтому, если кто-то думает на Западе, что можно еще сидеть год и только вводить санкции, да, это действует, но пока это все подействует, уже Украины не будет. И потом начнутся следующие. Польша и так далее. Друзья, мы должны прерваться на техническую паузу. После этого оставайтесь, никуда не уходите, Владимир. Мы сразу же вернемся в программу.
Друзья, вы в программе «Пресс-клуб». Напомню, гости сегодняшней программы – Давид Гай, который сидит в студии, находится рядом со мной, писатель и журналист, и Владимир Ельченко, который находится сейчас в Киеве, также вы его видите, бывший посол, кстати, вот мы сейчас тоже забыл я об этом сказать, бывший посол Украины в Москве. До 2015 года, события 2014 года привели, собственно, к тому, что посол был отозван. Затем он был бывшим послом Украины в Организации Объединенных Наций и вот с 2019 по 2021 год послом Украины в Соединенных Штатах Америки, чрезвычайным и полномочным. Сейчас Владимир находится в Киеве. Ну что, давайте продолжим. Итак, Давид, с одной стороны, вот эта помощь сейчас действительно... Говорят о том, что 10 миллиардов долларов будут посланы там, это оружие, это, кстати, не только оружие, это и гуманитарная помощь, это и медицинская помощь и так далее. Вот. Но получается то, что Владимир говорит, небо не закрыто. Байден однозначно говорит, американские солдаты в Украине воевать не будут. Это ведет к тому, что сегодня можно сказать, мы вам помогаем очень много, очень сильно, все замечательно, такой поддержки не было до этого, мир с вами, Украина, но воюйте против России один на один. Ну, знаменитая фраза предвоенных лет, вы готовы умереть за Данцик? Нет, за Украину умирать готовы только украинцы, к сожалению. И я поддерживаю тезис Владимира, что если кто-то думает отсидеться, то он глубоко ошибается. Я имею в виду европейских лидеров, европейские страны и так далее. Что делать с открытым или закрытым небом? Значит, я сошлюсь на мнение спецпредставителя Соединенных Штатов в Украине Курта Волкера, который однозначно сказал, что это необходимо сделать, и это можно сделать, и в этом нет никакой особой, так сказать, проблемы. Потому что это было, фрагментарно было и в Сирии, и, так сказать, кое-где еще. И слова Байдена, нашего президента, о том, что это может привести к столкновению Соединенных Штатов с Россией в небе, потому что надо будет тогда сбивать эти самолеты. А кто будет сбивать? И так далее. Российские самолеты. Это все можно сделать. Было бы желание. Желания, как я вижу, нет. И второй момент очень важный. Я хочу коснуться этого, потому что это прямое отношение имеет и к ходу войны, и ко всему остальному. Санкции. Санкции действительно ядерные. Россия потеряла из-за санкций примерно половину денег, которые валютных сбережений, прежде всего, которые были до начала войны. Почему? Потому что закрыты транзакции всевозможные валютные 9 банков, а самое главное Центробанк под санкциями. Это примерно 350-400 миллиардов. Это не кот начихал, как говорится. Это то, что уже закрыто. Да. Потому что у Центробанка 650 там золото еще. Кое-что осталось. В основном уповают, значит, российские власти на то, что есть огромный золотой запас, запас золота, и юани есть. Ну, начнем с юани. Юани – неконвертируемая валюта. Так же, как и рубль становится сейчас, учитывая, что в пятницу он был за доллар, давали где-то 113-114 рублей. Вы понимаете, какой обвал? Он становится тоже неконвертируемым. Значит, за юани можно торговать с Китаем. Расплачиваться, платить и так далее. И нигде больше. А золото никто не покупает сейчас, потому что времена такие, что оно особо в таких количествах не нужно. Поэтому ситуация там очень тяжелая. И я хочу донести до наших телезрителей следующую мысль свою. Используя, может быть, очень тяжелый, но, к сожалению, буквально навязчивый образ ядерного взрыва. Как он происходит? Вспышка, ударная волна и, наконец, радиация. Что произошло с санкциями против России? Вспышка произошла. Очень серьезная вспышка, ослепившая, как говорится, условно говоря, очень многих. Но ударная волна только-только пошла. И она дойдет до
прилавков, до рынка, до значит, покупки, возможной покупки каких-то импортных товаров, оборудования, не только еды, но и всего прочего, что Россия покупала за валюту, а покупала на очень много, ну, где-то конец апреля. Вот тогда Россия и россияне самым, так сказать, недвусмысленным образом поймут, как работают эти санкции. Я должен сказать, я сейчас прерву просто вот эту тему, хочу продолжить. Я поставил на Фейсбуке, буквально это, я думаю, займет у меня 2 минуты, но вот есть такой Максим Миронов. Максим Миронов, он доктор Чикагского университета, профессор финансов. Вот он говорит, что россияне, они, видимо, не понимают, что их ждет. Жители России, даже образованные, в большинстве своем не понимают. Объясню на пальцах, он пишет. Очень скоро россиян ждет дефицит базовых продуктов. Я говорю не про всякие айфоны, импорт которых уже запретили, а про одежду, еду, автомобили, бытовую технику и так далее. Россия очень сильно встроена в мировую торговлю. И уже крупнейшие операторы отказываются отправлять контейнеры в Россию. Но даже если случится чудо, и Россия найдет кого-то, кто готов отправлять контейнеры в Россию за 3 счетчика, то вопрос, как за это платить? Экспортные доходы сократятся в разы, так как все покупатели будут стараться отказаться от российских товаров. Мы видим, что даже неподсанкционные нефтяные компании не могут найти покупателей на свою нефть. «Газпром», главный экспортер газа, уже под санкциями. То есть он вообще непонятно как будет получать валютную выручку. Российский Центробанк накопил огромную кубышку в 650 миллиардов долларов. Только больше половины этих резервов уже арестовано. А что делать с золотом, тоже не очень понятно. Мало какой банк в мире захочет его купить у российского Центробанка, чтобы самому не попасть под санкции или огромные штрафы. Многие думают, что Россия за прошлые годы построила кучу заводов. Только все эти заводы, автомобильные, авиационные, бытовой техники и так далее, используют импортные компоненты. То есть в ближайшие месяцы их ожидает остановка целых отраслей со всеми вытекающими последствиями, дефицитом товаров, массовой безработицей, соответственно, падением сбора налогов и, как следствие, проблемы с выплатой зарплат бюджетникам. Самолеты даже внутри России тоже скоро перестанут летать, ведь они почти все импортные, а Запад уже запретили поставлять запчасти. Поэтому мы скоро увидим массовый вывод из эксплуатации самолетов. Интернет, как мы его знали, тоже прикроют. Уже заблокировали массу информационных сайтов. На днях собираются блокировать Википедию, уже замедляют Твиттер, Фейсбук, собираются отключить Ютуб. По поводу сельского хозяйства. А вы в курсе, что в России доля импортных семян почти 40%? А картофеля доля импортных семян 90%. То есть, конечно, что-нибудь аграрии придумают со временем, но как минимум в краткосрочной перспективе стоит ожидать дефицита базовой сельхозпродукции и резкого взлета цен. И это тоже еще не все. Дальше почитайте. Я продолжу. Да, да. Я рад, что ты прочитал это все, потому что это подтверждает мои слова. Серьезный экономист дает выкладки и так далее. В чем проблема? Проблема только в одном. Как не решается вопрос с закрытием неба над Украиной, так не решается вопрос с нефтяным эмбарго. Да, нефть российскую марки «Урал» очень плохо покупают. Они дают дисконт по-русски, так не по-русски, но в переводе, до 20 долларов за баррель. Там, скажем, где-нибудь бренд стоит, там, не знаю, 100 с чем-то, значит, минус 20. Скидка. И не покупают. Это огромная проблема. Но нужно, это не, ну, абсолютно назрело нефтяное эмбарго полностью. И тогда Россию ждет коллапс. И в этой связи, Ген, извини, да. Я хотел бы одну очень важную вещь сказать. Я боюсь, что я не успею это сделать. И вот на фоне коллапса, который ждет Россию, я не думаю, что там будет тотальный голод, но будет очень плохо. То есть это вот где-то конец апреля, начало мая. Многие задают себе вопрос, что дальше будет делать Путин? И вот здесь невольно начинаешь думать о том, что, возможно, сработает, к великому несчастью и сожалению, синдром геймера, так называемый синдром геймера. Что это значит? Игрок играет в казино, проигрывает и каждый раз повышает ставки. Вот-вот отыграюсь, вот-вот придет мне удача, а идут проигрыши. И вот он доходит до того момента, повышая все время ставки при проигрыше, синдром геймера, когда у него остается один деньги на, или там что-то, фишки, на один единственный, так сказать, шанс.
Вот каким будет этот шанс? Я очень боюсь, что этот шанс может быть абсолютно страшным и убийственным не только для России, но и для всего мира. Когда он проиграл все... Да. Последний шанс – это и бомба. И остается нажать на кнопку. Нажать на кнопку. Ну вот сегодня об этом... Нет людей, которые могли бы его остановить. Сегодня об этом все время и говорят, что, в принципе, Западу надо решить. Если Запад считает, что можно остановить Путина от этой кнопки, от Третьей мировой, то Путин сам говорит, надо просто слушать. Вот это обязательная вещь. И в политике, и в жизни. Слушайте, что говорит собеседник. Слушайте, что говорит руководитель государства. Ничего не надо в данном случае добавлять. Просто послушайте и проанализируйте. Он сам говорит о том, что он начинает Третью мировую войну. И здесь очень важно, конечно, то, что, во-первых, вот эти все действия России, российского руководителя, они сплотили украинцев. Но обратите внимание, Владимир, что и весь мир насколько сплочен. Здесь я бы хотел, чтобы вы прокомментировали, как дипломат с таким стажем, как политик, решение Генеральной Ассамблеи. 193 государства входят в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций. 141 государство проголосовало за то, чтобы осудить действия России, как военные действия. Россия же до сих пор не объявила войну. Я напоминал уже в моей программе неоднократно, что я приводил речь Левитана, когда он говорит: граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра германские вооруженные силы без объявления войны напали на границы Советского Союза. Друзья, без объявления войны Россия сегодня при Путине напала на Украину. Абсолютно история повторяется. Вот сравнение сегодня с Гитлером, с гитлеровскими речами, с поступками рейхсфюрера, который напал на Польшу, потом напал на Советский Союз. Эти параллели нельзя их никуда отодвинуть. Они напрашиваются сами собой. Итак, реакция и сплочение международного сообщества. Как вы прокомментируете вот это решение Генассамблеи? Владимир, мы вас не слышим. Приятное. Да, вот теперь слышим, да. С морально-психологической точки зрения это очень важно. 141 страна, это колоссальная поддержка. Всего 5 против, то есть это Россия плюс еще 4 отморозка, я даже не хочу называть страны эти, ну кроме, может быть, Белоруссии. Да. Остальные не заслуживают того даже, чтобы их называли странами. Но 35 воздержались, и еще несколько не участвовали в голосовании. А вот тут я, если можно, уже пройдусь по персоналиям. Это важно, потому что это тоже Украина никогда не забудет. Среди воздержавшихся Китай, Индия, Южноафриканская Республика. Это, например, я не могу назвать всех по памяти. Не участвовал... кстати, там же и Казахстан. Ну, эти просто боятся, особенно после того, что там произошло пару месяцев тому назад, понятно. Азербайджан не участвовал в голосовании, как и много раз еще в мою бытность, вот в похожих, ну, не в похожих ситуациях, но в ситуациях, когда рассматривались какие-то украинские резолюции, решения по Украине, там права человека, агрессия России, и так далее, Крым. И всегда объяснял тем, что вот они как бы все понимают, и на самом деле они за, но не хотят там ни с кем ссориться, и так далее. Вот Украине эти все причины не мешали все эти уже 30 лет однозначно поддерживать Азербайджан тот же самый, ну, в вопросе того же Карабахского конфликта. Я понимаю, что ссориться с Арменией, ну, по их мнению, видимо, легче, чем с Россией. Имею в виду нас. Но, ребята, сколько можно? Вот, кого вы хотите обмануть? Это просто один пример. Там еще, понимаете, 35 можно много найти других, людей, в кавычках. То есть это о чем говорит, я не хочу, конечно, усугублять и так, так сказать, негативное настроение всех, кто с этим связан. Но, знаете, это очень печально. Вот это видеть очень печально. И это опять-таки к тому, что кто-то в Европе хочет еще отсидеться, вот, а уж в далеком мире и подавно.
Владимир, у меня... Но у меня... есть, например, и позитивные. Да. И вот я тоже, знаете, это важно не забыть, чтобы не обижать невиновных. Вот впервые за проголосовала Сербия. Вот, понимаете, то есть это говорит о том, что, значит, есть еще у дипломатии и у руководства страны не просто ум, а еще и смелость вот, сделать такой шаг. Я не думаю, что Россия очень обрадовала вот такая позиция Сербии, но они не побоялись. Владимир, ну, а Китай, Индия и так далее, это да, тема да, для у меня такой вопрос по дипломатической части, ну, вернее, по правовой. Когда Совет Безопасности Организации Объединенных Наций выпускает резолюцию, эта резолюция обязательна к выполнению. В данном случае Генеральная Ассамблея, она выпустила резолюцию, в которой сказано, что остановить войну России в Украине. Если бы это выпустил Совет Безопасности, а в Совете Безопасности Россия, она проголосовала против, то это было бы обязательным. А постановление резолюции Госассамблеи, они, в общем-то, Генассамблеи, они, в общем-то, ни к чему не ведут. Это понятно, это волеизъявление, но оно результат не имеет. Да, вы совершенно правы чисто с юридической точки зрения, но единственное, в чем я не могу согласиться, что вообще никакого значения не имеет резолюция. Это политический документ, который вот с момента его принятия становится такой, знаете, политической платформой для многого другого. Например, вот тот же Гаагский суд, который уже начался. Например, вот эти все решения, которые сейчас пойдут о законности, скажем, там, экспроприации российской собственности, значит, там, забирать их там самолеты, корабли и так далее, это решение самого главного органа в мире, оно, сказать, создает такую очень мощную политическую основу. И вот это, наверное, самое важное, об этом пока мало кто говорит, но такая резолюция может стать первым этапом для введения миротворческих сил на территории Украины. Неких сил. Я не говорю там ООН, там, ЕС, НАТО. Об этом очень рано еще говорить. Но каких-то международных, неких международных сил. Я много лет говорил о том, что это, пожалуй, единственное, кто может не решить конфликт, но остановить его и заморозить. Но если 5 лет тому назад мы говорили о том, что заморозка никому не нужна, потому что это ничего не даст, и с Крымом не решаются вопросы, и с Донбассом, то сегодня, наверное, ну хотя бы приостановка вот того ужаса, который происходит, это уже будет плюс. Да, в этом есть опасность, что станут эти силы, ну вот по состоянию на сегодня, и через месяц Россия скажет, ну так вот, пусть они там стоят еще 150 лет, уже треть Украины, так сказать, не контролируется украинцами, и нас это вполне устраивает. Я думаю, что до этого не дойдет, но, тем не менее, как инструмент спасения людей, создания каких-то гуманитарных коридоров, помощи Красного Креста и так далее, это все очень важно, и это можно и нужно использовать. Вот для чего нужна вот такая вот... Давид, хочу добавить одну важную вещь. А можно ли исключить Россию из Совета Безопасности? Был мой вопрос. Да, но видишь, я поймал. You read my mind. К сожалению, нет, нельзя. Да. Такая процедурная, так сказать, там история, что это сопряжено с очень многими, так сказать, вот такого рода вопросами, которые не решаем. Но с другой стороны, Советский Союз же исключили из Лиги наций за войну в Финляндии, с Финляндией. Значит, можно было тогда, а сейчас якобы нельзя. А Россия постоянно пользуется правом вето, злоупотребляет этим правом, и в итоге ни один вопрос Совбез решить не может. Чуть что, Россия и еще и Китай вместе взятые, они, так сказать... Ну, а чего нам ожидать? Россия в Совете Безопасности, что она, признает, что она убийца? Нет, ну там и есть и другие вопросы, где она... Вот это очень, очень печально, что это нельзя реализовать, к сожалению. А но, нельзя да. как-то, Владимир, если, а может быть, как-то устав можно изменить? Языком и понятным, вот смотрите, если простым и понятным языком это все объяснять, то для того, чтобы исключить Россию из ООН, нужно, чтобы Россия за это проголосовала.
Ну, вот вам и весь абсурд этой ситуации. Но, вы знаете, да, вы вспомнили Лигу наций. Я уверен, что тогдашним политикам тоже казалось, вот они тоже сидели, у них не было там айфонов и скайпа, но они тоже где-то сидели, об этом говорили между собой. И, наверное, тоже они говорят, да, это невозможно, да как мы можем исключить такую большую страну? Но как-то нашли путь. Я думаю, что было бы желание. Придет и к этому. Вот. Да. Но, как то есть это уже полнейшая изоляция России тогда? Полнейшая изоляция. Так, знаете, так она уже и так полнейшая. Откуда только Россию уже не поисключали за последние там 2-3 дня? Отовсюду. Из Олимпийских игр, из всяких там международных комитетов. Знаете, это смешно говорить. Даже их исключили остальные части во всемирной выставке котов. Ну, смех смехом, но это что же? Я уже не говорю там о всяких там Формула-1, ралли, какие-то там... Нет, культура, культура, мира, культура, наука, спорт, бизнес. Это кошмар, да нет, то, что происходит. Естественно, абсолютно. Но да, мы должны... Просто очень мало времени осталось. Еще гуманитарная катастрофа. Уже миллион человек покинули Украину. Да, да. Давид. Ну, к великому сожалению, дипломатических усилий явно не хватит для того, чтобы эту бойню остановить. А тут только сила оружия, решимость и героизм украинцев, и решимость, и ответственность, и понимание всей глубины проблемы со стороны Запада должны работать. Ну, сила оружия в данном случае. Не уверен я, что превентивный удар по России, военный удар может к чему-то привести. К сожалению, нет. Это тогда точно ядерная война. Но что-то надо делать. Для начала закройте небо и посмотрите по-умному, как это будет. Уверяю вас, ничего экстраординарного не произойдет, но мы спасем, в итоге будут спасены сотни и тысячи жизней. Вот все, что я могу сказать. Владимир, кто-то из Украины бежит, можно понять, спасая себя, свои семьи. Но я знаю, что даже мужья, там, отцы, они довозят до границы и потом возвращаются. Настроение сегодня, у нас буквально 2 минуты осталось. Настроение сегодня, ну вы в Киеве находитесь, вот в вашем окружении. Как вы чувствуете? Украина, я понимаю, она не готова сдаваться. И это что? Это в принципе, это не видят в Москве. Но это народ же победить нельзя. 44 миллиона. Конечно, я абсолютно с вами согласен. Настроение очень позитивное. Да, конечно, люди переживают, это трагедия. Вот не дай бог, если кто-то погибает рядом. Но люди сплочены как никогда. То есть я думаю, что ну, сегодня даже уже эти цифры, там сколько процентов за НАТО, за Зеленского, это уже не имеет никакого значения, потому что вот что ни спроси, будет там 99,5% за. То есть все люди за мир, против войны, поддерживают друг друга, колоссальная поддержка вот тех ребят, которые стоят сейчас просто на дорогах, где-то на блокпостах, помогают чем могут армии, там разводят какую-то гуманитарную помощь, продукты. Действительно, массово люди, довозя свои семьи до границы, возвращаются обратно, чтобы воевать или что-то делать. Я видел вот недавно такую интересную цифру. Да, миллион беженцев переехали, то есть пересекли границу с Европой, но при этом вернулось в Украину 80 тысяч, ну, тех, кого мы называли заробитчане, тех, кто работал в той же Европе. Они вернулись, чтобы воевать. Я же не говорю там о финансовых переводах. Колоссальные деньги поступают сейчас на все счета поддержки армии там, и всего остального. Владимир, время подошло к концу. Уровень патриотизма колоссальный. И это то, что вселяет ну, в меня лично, я уверен, во всех самую главную нашу надежду. Слава Украине. Абсолютно невозможно. Слава Украине. Я благодарю вас. Я благодарю Давида за участие в программе. Дамы и господа, благодарю вас за внимание к нашей программе. Всего доброго. До встречи в эфире. Слава Украине. До свидания.